Показывай. Катю, ох ты! Уже все. Я упал. Я с головой развалился, может. Чего? Рассказывай. Сейчас мы будем прыгать на пенечке. Вот эта краснявка, она условно съедобный гриб. На самом деле их уже давно не едят. Вот эта сыроежка их едят только в голодный год. Это хороший гриб. Но здесь все остальное. Это непонятно, лучше выбросить. Сыроежка. Краснявка. Это маслёнок, маленький маслёнок, хороший. Вот это грусть. О, классный гриб. Это тоже груздок. В общем, с голоду в Павловском лесу не помрёшь. На подножном корму прожить можно. Да, штука-то удобная. Чё, ремень-то не